Привет, ребят! Лайкосов вы под прошлый ролик с Димоном напуляли? Вот. Ну и я, как и обещал, выкладываю вам захват 2 на 2 убежку. Получилось довольно интересно, и это мне понравилось, если честно. В общем, смотрите, я думаю, вам тоже зайдет. Черный? Я с базукой, говорит, буду. Да пофигу. Поехали. Скон. Не, ну они сейчас тут, скорее всего, нормально нас сейчас отпинают. Надо леса, мне кажется, рашить. Давай вот здесь подсад. Вот здесь подсад, я знаю, как надо делать. Вот тут. Оп. Только ты умирай так, чтобы я тебя мог поднимать. А стрим снайпить никто не будет меня сейчас? Они, скорее всего, где-то там вот на прыжках играть. Че, вы потеть, что ли, еще? Что-то дым какой-то. А что вообще вот это вот за мишура и вонючая? Он на первом. Он пойдет на что-то. Запуск взятый. Ох, чего? Чего? Да! Просто... Как тебе такое, медиум? Это тебе не ангары зажимать в прицеле меня. Он хоть выдохнул, знаете, хоть выдохнул так, отдохнул так душой, так говорится, с пистолетиком. У нас всю жизнь отдохнул. Да. Но меня радует, что они меня не стрим-снайпили сейчас. Потому что они наверняка бы знали, что я там, если бы стрим-снайпили. Что это такое было сейчас? Это как так звезды сошлись, что он две такие жесткие херни повесил? Офигеть, силен, бобер силен, не поспоришь даже. Вах, кады прокину слева. Оп. Граната! Слева нет никого. Он в конце, наверху. Я понял. Да, свинта, свинта, как всегда, гранат кидает. Я прокинул винты. Сейчас прокину тоже. ТП. Не дается, дал. Так он где в дыму, наверное, я снизу пойду. Найс. Я мансил как мог. Зашел медик. А я не видел его в дыму. Какой же классный у нас в игре дым. У меня шапка, как шапка на голове дым висит, получается, я ничего не вижу. Давай попробуем справа зайти. Прикрой дэлку, я пойду ближе. Этим залезу прям по летам. А, что это такое? Наверху над нами. Я понимаю, что это наверху над нами. Он ваншот дал, ваншот Сускона. Игра, помоги ей жить. Случайно. Чего случайно? Случайно коды взял. А их можно же брать? Не, я просто это. Меня же видно, когда берешь. Ну да. Ну в смысле, их можно же брать, все равно. Парапеты идут? Хорош! А, ну, дабл. Дабл пик. Онлайн справа зашел, меня распекал. Типа, он инженера взял, имею в виду. Они сейчас будут агрессивно что-то забегать, так что ты попадай. Если ты промахиваешься, то давай палец давать тебе буду, чтобы так проще было. Если ты промахиваешься, то это ГГ сразу, а, инстантно. Потненько, потненько, соберемся, соберемся. На самом деле не потненько, я просто на расслабоне играю. Тут такой красивый мотоцикл. Если медиум вырезку делает, медиум, намонтируй себя здесь, и я как будто сзади сижу. Твое желание скоро исполнится. Братцы, сейчас лучшая акция от Mail.ru за последние, наверное, полгода. Точно такой же склад сейчас может абсолютно каждый получить при регистрации нового аккаунта. В общем, переходишь по первой ссылке в описании, жмешь кнопку «Испытать удачу», и тебе выпадает всегда золотой контейнер, в котором ты получаешь целый комплект магма-пушек и шлемов на все классы. Ну и прям тут же жмешь «Создать новую почту» и регистрируешься. Ну а потом на сайте игры можешь еще телефон привязать, чтобы получить випку на 7 дней. Как долго это продлится, я без понятия, поэтому не упусти свой шанс. Пойдем по дыму, пройдем. Я сейчас дым дам, пойдем. Пойдем. По низу. По низу, по центру? Ну, по воде там. Футбол поиграем, что ли? Блин, упал. Пошли. Мне мячик скинули! Живи. Осторожно. Аккуратно, нам что-то летит. Пойди. Хилиться сейчас будут. Спрыгнул, справа, кажется. Пойди, Сити ушел. Куда? Справа, кажется. Он, наверное, поднимается по лестнице. Давай,
Прям залезть сами справа, короче. Понимаю. Не стоит подняться вниз. А что? Спасибо, игра. Я пошел брать. Давай, давай, он здесь, иди бери коды. Бери коды и неси, просто неси. Коды запуска взят. Ну, Алав, ты чё? Ты чё? Охренеть, я просто на микрописечке это дерьмо вытащил. Куда мы? Слева есть, слева есть. Залез, залез. Ну, чё? Попробовать. И вот серьезно, я застрял, он идет еще там же наверху, на втором этаже. Просто иди через лес, да, иди да, назад, он тут пасет, гранат кидает. Это было без шансов. Это называется грена плюс добивание, вот это вот легко. Пойдем, пацан? Хотя они, наверное, по углам сейчас сядут, но все же, давай. Скорее всего, один будет сидеть в кодах, а другой будет сидеть слева за стенкой. Либо на подъеме с лестницы, ну ты понял, да? Тишину сделай. А один у нас внизу слева. Слышишь? Вот в узком проеме. Знаешь, где это? Ну догадываешься, наверное. Короче, под нами он ровно. Скорее всего, даже вот тут слева сидит. А, я застрял! Он там, убей! Пожалуйста, убей. Хорошо, молодец. Блин, ну ускон опасная штука, прям вообще опасная. Я отпрыгнул и врезался в этот... Ну ты понял, короче. Давай сейчас по правой пойдем. Залезешь ты с правой стороны наверх, а я подойду справа под палеты. Вот встану у лесов. Я встану, давай, я у лесов встану, тихо. Ну да, что? Да, леса есть, есть. Не ждали меня? Не-не, ты не... Ооо, чё делает этот отец нагиба? Ты не понял меня совсем. Да, я понял. Надо было залезть на центр, тебе, справа. Понял? Да-да-да. Пойдем на подсад. На подсад пойдем. Начинают контрить. Да. Стой, сейчас слева прокину. Осторожно, граната! Граната! Святой прокинул. Да, есть слева. Я влетаю. Он задымился. Он под нами. Под нами он. Коды запуска взяты. 60 отключи. Да? Ставим, пошел 60. Он 90. Хорош. Так, ну без допок. Или допов и допы есть, интересно, вообще нет? 6 раундов, да? Раунд начался. Надо сверху убивать онлайн, сверху здесь направо, надо с ящика убивать снопа. Пьем так же, ну, пацан. Ну и скорее. Понял. И не ваша голову дал. Он пошел за попадой. Он стоит, гранат кидает, гранат кидает. Он слева. Я у него интересно тпшнулся или нет, а то он даже мне не стрелял. Рашит. Мои выстрелы не считаются, понял? То есть, ну что я делаю, мои выстрелы не считаются. А, все. А, реги не было. Повезло, что 6 раундов. Ну, ГГ. Мне, кстати, понравилась эта практика. Да, неплохо. Не, ну они молодцы, хорошо отыграли на самом деле. То есть, ну, я не знал, как играть. Но все, на этом я предлагаю закончить и...